Не в каждой деревне увидишь столько скворечников. Здесь в селе Желанное подрезание. Чуть ли не все ребята увлечены орнитологией, наукой о птицах. И как же не увлечься, когда рядом Николай Терентьевич Кошелев, учитель труда местной школы, большой знаток птичьего мира. Как интересно бывает с ним в лесу. Дуплянки мы проверяем через каждые 10 дней. Когда началось строительство гнезда, все это заносится в специальные тетради. Потом, когда кладки начались, вылупление птенцов. Ну и тогда, когда они уже вырастут, ноги у них становятся нормальными, как у взрослых, мы их начинаем кольцевать. Так что изучение птиц у нас поставлено на научную основу. Ребят всегда горят желанием кольцевать. И я даже не могу всех обеспечивать ловушками. Ну, те, которые или плохо учатся, или плохое поведение у них, я их просто исключаю, как в наказании. Ну, обычно утром родители будут их, вставая в школу, пора уже. А в это время они к 6 часам уже на ногах и ведут наблюдение за ловушками. Сами родители удивляются, как будто детей их подменяют. Наши ребята никогда не возьмут в руки рогатку, потому что они любят птиц. И если кто-то, вот, скажем, из приезжих, летом здесь очень много приезжих ребят, если у кого-то рогатку увидит, то они ее отнимут. Однажды в такой, ну, в запрещенное для охоты время шел лесник к нам в школу, ну, и ружье нес. Так они пристали к нему, почему вы ходите с ружьем? Во имя охоты нет. Донель его, и он пришел и рассказывал нам вот такую штуку. Ну и ребята знакомятся с разнообразием птиц. Много очень видов у нас